Давно мечтала о таком доме, где много интересных, добрых и веселых людей, где сбываются все мечты и где каждый день для всех праздник. Я представила, что этот дом мой. Знакомьтесь, это я, Людмила Нилова, а это мой сладкий дом. Госпожа Нилова, в обувном салоне вас ожидает известный врач-сексолог доктор Щеглов. Лёшка Щеглов, мой первый гость. Ну что за фантазия назначить встречу в обувном салоне? Нет, вот здесь такая роскошь вокруг. Но он всегда к удаче. Я спешу к нему. Левушка, что за фантазия? О. Назначить встречу в салоне. Привет, дорогой. Присаживайся. Ну, во-первых, наконец решил купить такие шикарные ботинки. Ой. Находишь? Это скажи. Барышням будет нравиться? Ну, ботинки действительно роскошные. Вот. Ну, это во-первых. Роскошные. А во-вторых, естественно, как всегда, поговорим с тобой о вечном, о сексе. Это я всегда с тобой люблю об этом разговаривать. А почему тут ботинки-то? Как? Ну, Люда, ты слышала что-нибудь о таком массовом явлении, как фетишизм? Сама болею этой болезнью, слушай. Вот. Вот, скажем, ты, когда покупаешь какую-нибудь замечательную вещь, угу. Что-то позитивное и острое испытываешь? Ой. На что это похоже? Знаешь, это похоже на оргазм. Вот. Ну, а скажем, когда ты знакомишься с мужчиной, угу. который тебе интересен, ты обращаешь внимание на какие-нибудь детали его внешнего вида? Если да, то на какие? А, я теперь поняла, при чем тут ботинки. Ты прав. Когда встречаешь красивого мужчину, ну, по крайней мере, интересного, правильно? Сразу обнимаешь. Это оговорка по Фрейду. Это, слушай, вот как ты меня... Ну вот видишь, как тебя вижу, так думаю, вот именно об этом. Бессознательно проклевываешь. Сознание. Да. А вот все-таки в рамках сознания, на какую деталь обращаешь внимание прежде всего? Нет, нет, я поняла. Конечно, обращаешь внимание на ботинки. Вот. Когда стильные... Ну, какой у тебя будет успех вот с этими? Вот надеюсь. Я решил, что пора уже иметь успех. Пора. А ты знаешь, даже главное, ну, хотя бы чистая была обувь. Ну, здесь-то она чистая. Тут просто это зеркало. Да. Вот мужчин, к примеру, как бы возбуждает больше обнаженная натура или все-таки какие-то там штучки-дрючки? Ну, я думаю, со штучками. Со штучками. В эротике есть разные понятия. Обнаженность и голость. Угу. Голые объекты возбуждают юношей, подглядывающих в баню. А эстетика, она всегда предполагает эротическая эстетика. Угу. Какую-то незавершенность, какую-то недосказанность. Поэтому некоторые детали на полуобнаженном, вот это, наверное, самое интересное. А мужчина любит вот расстегивать там, или это ему не нравится? Вот это как раз увеличивает прелюдию, дает больше нюансов. Продвинутым мужчинам, думаю, да, нравится. Да, не продвинутым, наверное, просто вот это. Ну, мы же не о них, мы же не о них. Ой, не они. Кстати, ты знаешь, что вот мужчина чисто обнаженный, может быть, тоже мало привлекательный. Ну да, мужское белье тоже значимо. Я думаю, в меньше, конечно. Боже мой, Людочка, это вы! Слушайте, у меня есть подруга Тамара, она мне всю жизнь твердит, что я это вылитая вы. Я всю жизнь мечтала быть в телевизоре. Боже мой, доктор Щеглов. Слушайте, я все ваши советы записываю. У меня есть такая огромная армбарная красная книга. Замечательно. Я туда все пишу. И прямо спасибо. С утра начинаю все исполнять. Спасибо. Представляете, просто обалденно совершенно. Дайте я вас поцелую. Лёва, ты попал.
Спасибо. Ой, девочка, дай посмотреть. Так я приеду в компанию просто совершенно. Доктор, зацените. Вы посмотрите, что я купила. Вы посмотрите. Прелестно совершенно, правда? Уважаемый покупатель, на втором этаже в центре зала сейчас начнется сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером Марком Тайманом. Господа, по-моему, меня вызывают. Левушка, прости, я побегу. Да. Ботинки шикарные, покупай. Ну, я думаю, что вы разберетесь. Я тебя жду в кафе после. Доктор, скажите, пожалуйста, может ли такой импозантный мужчина, как вы, полюбить такую шикарную женщину, как я? Теоретически. КДСР.